палы, это ветка, жердочка, там всякая. Трость, посох и так далее. Да. Вот. Восторгайся тем, вот сейчас выпадет. Вот посмотри. Не просто вот, а это трио из Лос-Энгельса. Лос-Энгельс-Сити. Восторгайся. Сейчас ты сейчас будешь наблюдать, что они тренируют в Москве. О! Ты сколько хочешь сделать? 1080 хочешь, что ли, Егор? Две. Наоборот, 720. А, я думал, ты уже на 1080 назрел. Есть. Кто-то недавно меня сбросил, там парняга крутился, что-то вообще какие-то, чуть ли не там 4, что ли, оборота сделал. Я, конечно, прифигел, но он руками не смог зацепиться. А, погоди, 1204 оборота по... Нет, 360. 400 с чем-то, там 1200 на переднем обороте. А, ну да, да, да. 3 оборота на переднем. Да, 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 да. Это на заднем 3, 1080, да. Это если бы он заполнил, было бы 1200, там сколько-то, с цифрами я вообще не дружу. Сейчас, погоди. Смешаем, сделаем. Бам. Более-менее. И вот так, 5 лет уже. Я тоже. Я вообще сейчас не дружу. Да, Семен? Сейчас, конечно, сейчас сделаем. Сергей Сергеевич, я пока кофе сделаю, ты мог бы... Ладно, сейчас. Сём, а у тебя есть твой телефон, чтобы мы сняли, чтобы тебя матушка с твоего телефона посмотрела? Или ты хочешь сразу в интернет выгружать? Иди, иди, пирожок возьми. Сильный пирожок. Мам, папа разрешит? Да. Точно? Он запакованный. Держи, приятного аппетита. Виктор. Держи. Спасибо. Серёг. Никитос. Оп! Я думал, ты сейчас ха-ха-ха! Димарик! Молодец! Егор! Егор прям сейчас со спины! Егор прям со спины! Тихо! Эх! Сейчас, 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 парень! Всем приятного аппетита! Перекус, там углеводы быстрые, все дела, энергия и все такое. Приятного аппетита! Серый, а ты оттуда поймаешь? Мне просто интересно что-нибудь... Поймать-то я поймаю, я просто не хочу сейчас. А куда я бросил его? Я даже не видел, куда он летел. Она прям под потолком летела. Да? Ё-моё, прости. Бросай обратно, я попробую поймать. Реакция у меня вообще четкая. Я просто не вижу, она вот тут. Ведь было бы что-то такое блестящее, может быть. Ладно, парни, все. Спокойно. Перекусываем. Сейчас музон. У меня для вас композиция обалди, как всегда, короче, да, много идей, тысячи. Знаете, чем отличается хороший друг от так себе знакомого? Он предлагает тысячи идей, предложит, тысячи решений, вопросов разных, тысячи заданий каких-нибудь приколюшных таких. Это вот хороший друг. А так себе он скажет, да ладно, что, пойдем. Сейчас я сделаю. Ничего не делаю. Вот эти скрутки для отработки гороскоп, что ли? Не только. 2,5 сейчас включу. Это малышок называется для... И бросков. Да. Можете снять 2,5. Да, сейчас, секунду, жди. И для бросков. Сейчас, Егор, настраивайся пока. И для ударов ты потыркай ее. И для имитации соперника, как, ну, типа, прилег. И для... Сейчас, 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 Егор, погоди, погоди. Да, 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 да. Не, ну так нормально. Нормалек, да? А ты пониже бей, пониже, еще ниже, еще ниже. Там самое-самое цинус будет. Отлеженный? Да. Сейчас, Егор, погоди. Знаешь, что это играет? Знаешь, что играет? А? Знаешь, что играет? Что-нибудь знает, ну, 2,5. Это... А, я уже делаю. Ну, погоди. Ладно, я просто пока сделаю. Давай, просто так. Его можно назвать боевым гимном славян. Голова рядом. Как это было? Да? Он, да, он уже на тройной переходит. Мы уже, как это мы уже видим переход на новый уровень. Здесь, если бы ты знал, что парни творят. На соревнованиях иногда не получается у них сделать такие штуки, которые здесь происходят. Не именно у них, а вообще. Общие они своей этот, командой. Там своя атмосфера. Здесь знаешь все. Ну да, там потяжелее, там стресс, нервы там, и прочее, и прочее. Спортивное мероприятие, это, в принципе, борьба не с противником, а с самим собой в первую очередь. И так тоже, да.
Семыч, я сейчас снимаю, запечатлеваю парней, потом ты следующий, готовься. Даже можешь, да, перекреститься, музыка в тему, братан. Давай еще разок, Егор, давай еще разок. Опасно, только, пожалуйста, меня не это, не разломай. В общем, в этой песне, парни, знаете, что поется? Про битву и сечу, когда выходили с огнем. Сейчас потихоньку начали.
А что, подожди, мы сейчас 9 часов все закончим. Зато на ногах встал, но здесь смотри, как получилось. Если его кто-то переделывать, как будто так и это, вообще куда? Все, пойдем, пойдем, Семыч, братан, все. Парни, Никита, Диман, Егор, ты что, Витек, все же кофе там готовы. Что, Диман и Егор, что вы Оля отставите? И Никита, что вы колени поджимаете? Вот вы этот бы оборот могли бы в колени поджать, доделать. Ну, только бы на коленке. Не, он бы упал бы на шею спокойно. Я знаю, как он двух укрутит. Да, у него второй оборот очень маленький, он просто вниз как. Они прям слишком ноги вот так распят. Виктор, все, братан, все забрал? Да. Все, да, всем здравия этот. Да, надеюсь, скорой встречи. Голову тяни, ну, не бойся. Если что, пиши, сообщай, контакты вот там на объявлении, Серый, скажи, пусть я сейчас сфоткаю. Все, я делаю. Все, сейчас, Егор, погоди. У меня с Сергеем контакт есть, если что. Так, что делаем, Егор? Прыгаешь здесь, па-па-па-па-пам, доходишь, да? Ну все. Все, братан, все, до встречи. Сейчас маты поправляем. Диман, молодец, забота о ближнем. Молодец. Да? Он сейчас сделает.
четко должно быть. Подходит ногами к стене, бахом прыгнет и делаю. Такую как комбинацию сделаю. Хватается вот. Семыч, ты тренируйся. Или ты сальтуй хочешь просиживать? Да. Знаете, 24 часа на батуте сальто делать? Ну я верю. А тебя не стошнит от такого количества оборотов? Ну прыгни, попробуй, если хочешь. Соня, здравствуй. Бам, бам, такой. Семыч, иди сестренку угости, да? Под твою синюю кофту, синий. Обертка, пирожок. Словил, молодец, молодец. Все, я с Егором начнем. О, Семен, ты красавчик. А если бы ты, иди, помоги сестренке. Иди, помогай. Эй, куда я его скачал? Скажи, Соня, что ты ругаешься? Ты видел? Ты видел? Ты аж под потолок, Егор, ты волосами почувствовал, что ты потолок черканул? Ногами стенку черканул. Ногами стенку, головой потолок. Это, Никитос, мне же не показалось? Практически ты прям это волосами, мне кажется, черканул. Там, может, даже это, твоя ДНК осталась на потолке. У кого-то оно через штаны вылетает от страха. Тебя сальтух. Соня, ты видела, что они творят? Да? Круто же? А ты приезжала на облака, смотрела? Эх. Сейчас он разомнется, как в хороших гонконгских фильмах. Сейчас он разомнется, прохрустит, заполнит энергию и потом бабалити сделает. Угу. Да, только тебе надо еще подержать им на них группировку, а турник. Ты вот так летишь. Я залететь вот так. Ты вот так летишь. Ты ему крикни когда, то есть надо давай. Надо кричать когда. Не, это так не работает. Но как, на этом элементе это не работает. Лучше просто давай сделать и посмотрим. Нет, я просто попробую. Да, да. Да было бы же это. Нет, он. Нет? У него вторая крутка остановилась. Ты тоже высоко. Он передержал очень сильно. Не,
так высоко долетел, как и ты. Да, но он передержал, у него это только вот так. Мне кажется, если ты... Да, из-за того, что... Бывает такое, когда сильно придерживаешь, трубку теряешь. Вот, тебе надо еще чуть-чуть раньше отпуститься и так... Еще надо... чуть-чуть подержать! Чуть-чуть раньше. Чтобы сесть на него. Нет, ты передержал, потерялся, из-за этого грудки не было. Ты видел, как круто? А? Страшно? Нет, а знаешь, как мне страшно? Фига себе такие-то. Нет, тебе не страшно. Иди попробуй. Ему не страшно, но он в тебя просто верит, поэтому ему не страшно. Это как смотреть, когда хорошее кино, и думать, да, там нормально все. Главный герой всегда выглядит, да, все поживет. Взял, бросил, нормально. В общем, я взял шар, бросил. Сестренке потом и родным покажешь, как все, Сергей. Надо широкую группу. Широкую сделаю. Да. Иди, только один. Давай, Ник. Что сказал? Я что, ты не понимаешь, что... Опасно, братан, лучше. Давай, не тихо, тихо, тихо. Никит, не надо, братан, не надо, Паша. Ай-яй-яй. Ну да, хорошо, хорошо. Сделал? Да сделал, конечно. Давай потом туда, тебе пошел. А, ты сказал... Соня, сегодня последнее. Семен, а приходи, когда Артем приходит, а то он без тебя что-то переживает. Ясно. Бег, все, я понял. Да, у Артема карате там или брейкданс, что-то такое. А скоп, который, не Маркушов. Нафига? Давай. Ох ты. Все, всего доброго. Просто Никита тебе вертухан дал, и ты, Дима, споткнулся в воздухе. Серый, плохо, что мы Виктора не записали. Как его, не помнишь? Фамилия, имя, отчество? Ну, почти, ладно. Пучкин. Пучкин? Да. Пушкин. Пучкин? Пучкин. Виктор Иванович. Виктор Иванович Пучкин. Пучкин. А сколько ему лет, он говорил? 40. 35. Я на нее посмотрел просто. Димон, назад, давай, ну. Тебя не крутит за это. Пучкин! Давай, Тави. Чё, кручу?
Я тут расхватил уже. Пучков! Пучков Юрий. Ой, оставь, Дмитрий, Дмитрий Юрьевич. Так мы сейчас его сделаем. Готов сделать, а это? Сальтухи спать. Ну да, сейчас. Ты вот так вот находишь. Воу-воу-воу-воу-воу. Я вот так просто прихожу домой, рюкзак снимаю, просто разбираюсь. Воу-воу-воу-воу-воу, блин. На кровать стою и вот так делаю. А, ну и все, и спать. А я вот так, как я сделал. Да? А у вас родные не в шоке от того, что вы там спать так? Сынок, ты че, тебе а неделю... Да? Колбасит неделю уже. Нет, так-то четко, да, но опасно. Тихо. Ты не вздумай так делать, лечь, когда подруга с тобой рядом будет. Нет, не дай бог зашибешь. Вот это не, без, подруга, без я... выпендрижа. Вот так, раз, там надо ласково и аккуратно. Она вот здесь вот лежит. Допустим, подруга, я вот так беру. А, братан, у тебя кровать каких размеров вообще? Ты говоришь, подруга здесь, а что у тебя за кровать? В комнату, что ли? Если у меня подруга здесь, вот со мной. Ё-моё, ты смотри, Диман, что они вытворяют. Дал, Дима, вот Дима, вот Дима, ты мальчишек не слушай. Ты мальчишек не слушай, так с девушками нельзя. Понял? Так не надо. Я на пляжу типа одного увидел, который красиво хотел со своей подругой тоже что-то сделать. Она головой в песок воткнулась, а он нормально приземлился. То есть реально прям головой. Там вообще капец страшно. Так, парни, 21.01, я думаю, это потихой можно будет нам на завершение выходить, на последний виток. Это тоже можно. В обратный я делаю. В обратный. Ты дружишь с ними. Вот вам от наших грузинских братьев, Чё? Музан. Или армянских братьев, Музан. Или от осетинских братьев Музан. Куда ты головой сверкаешь? Я. Здравствуйте. Приветствую, я с вами когда руку жму. Так. Это приветствие без... Микробов? Нет. Да. Каких микробов? Меня один раз хирург, травматолог на захват схватил. Так. Я думаю, не ваш ли вот этот вот маневр? Вот. Да. А он меня взял. Да. Ну, смотри, давай, не расслабляйся, братец. Поймали вот эти захваты. Если бы придумали тему, то так и не захватывали. Вы на стрелке видите, что
Удобно, когда такие крепкие парни. Там поудобнее побороться, подраться нереально. Там надо кого-то, что-нибудь выживать как-то надо. Это если он с тем выпуском, который ты Любаев был, Колян, ты сейчас посмотришь, да? Я там вот буквально когда, может, месяц. Я сделал. Может, месяц назад смотрел вот эти бои. Н, Еркаевский? Значение. Я говорю, да, я Любаева смотрел. 0, 1, 2, ну, он как 4. Технарь кикбоксер дерется, рукопашный. При этом для Земли Н равно единице. Типа спать. Вставляю формулу вместо Н единиц, получим, что для Земли РН равно единице. Егор, ты через фляг спать? Тогда уж делаешь фляг, поднимаешь объект твоего желания и уже потом... Как гребнуть? Полотенце поднимай, ой, оставь полотенце за одеяло. Ширк-ширк и закатался, бля. Давай снеги сними. С матрасом. Ща. О. О. Отдыхай. Все, сынок, отдыхай, все хорош. Ты сегодня трудился, отдыхай, все. Все, доброй ночи, доброго вечера. А сейчас Диман покажет нам пробуждение, которое, да, давай, гимнастическое. Егор показал гимнастическое засыпание, а Диман покажет, или Егор, ой, отставить, или Никита покажет гимнастическое пробуждение. Ну это ты прям этот, да? Это ты как будто в какую-то глубочайшую медитацию переходишь. Че, Егор, ой, отставить, Никита, ты нам пробуждение будешь показывать? Я тоже хочу. Пробуждение? Давай, посмотрим. Как гимнаст пробуждается, или что, как он в сон уходит? Погоди, стоп. Стоп. Винтик. Я включаю, Никитос. Давай, все, поправляй. Я включил. Ты резко спать перехотела, да? Это гимнастический уход в сон. Так спать ты будешь или нет сегодня? Спать! А? Быстро спать! Все, отбой! Егор, давай, пока еще время есть. Вот там Никитос рядом. Я за тобой. Ты рядом? Давай. Отбой. Рот отбой. Че? Рот отбой. Рот отбой. Рот отбой. Диман уже все, отбился. Ага, куда там затянуто? Ща. О. Койку переселать заново будешь? Нет. Че, перехотелось? Сон весь сбили, ё-моё. Я думал, сейчас отсюда он покажет просто. Блин, Никита или... А, ну ладно, Димарик, может, ты сможешь? У вас руки же нормалек, все, плечи, суставы, локти нормально? А если выйти в стойку на руках, прыгнуть с перекладины? Выход в стойку на руках. Что? Да, в стойку на руках выйти. Это как? Типа так? Да. А в потолок? Блин, Никита, братан, высоко. Давай, Олег, прыгай, Сергей Геннадьевич боится. Не пугай меня, Никита. Не пугай меня. Давай хотя бы с ног повисни на пальцах хотя бы, Никитос. Хотя бы на пальцах повисни, на ногах.
спать уже, все, хорошее. Время уже, давай. Ай-яй, тихо, брат, чё.